И всем привет, с вами как всегда я Алексей, и сегодня я вам расскажу про 5 самых крутых игр по аниме в Роблоксе. Эти игры действительно очень классные, и они посвящены нашим любимым аниме. Пишите в комментариях, какое ваше самое любимое аниме, вот лично у меня One Punch Man. Ну и логично будет начать с игры, посвященной One Punch Man'у, это Strongest Punch Simulator. Что же нам нужно в этой игре делать? В этой игре нам нужно прокачивать наш удар. Чем круче у нас удар, тем больше мы получаем очков мощности и тем сильнее становится наш персонаж. Начинаем мы с вами с очень слабенького удара, а в итоге получим очень и очень мощный удар, который будет сносить все скалы в радиусе 1500 блоков. У нас есть таблица, в которой самый мощный чувак обладает 7 миллионов пауэра. В этом режиме есть разные интересные миры, в которые мы с вами сможем попасть и телепортироваться. Прямо сейчас я открыл следующую зону, и выглядит она, если честно, очень прикольно. Мы переходим с вами к следующей игре по аниме. Следующая игра называется Anime Dimension Simulator. Но сама эта игра не посвящена какому-то определенному аниме, она собирает в себя несколько аниме сразу, и собственно это достаточно интересно. Но суть игры достаточно проста, нам нужно драться против других игроков и побеждать боссов, которые находятся в нашем мире. Это собственно вроде как и все. Конечно же присутствует прокачка, как в любом другом аниме-симуляторе в Роблоксе, это тоже достаточно круто. Собственно, в принципе, если вам интересно, то на вечер зависнуть точно можно. Следующая игра опять про аниме One Punch Man, называется Saitama Battleground. То, что нужно делать в этом симуляторе, это прокачивать своего персонажа и повышать его характеристики. Это и все, чем круче твой персонаж, тем ты круче. В принципе, зависнуть на разочек, конечно, можно. Понятное дело, можно драться и с другими персонажами и игроками. Это тоже, в принципе, интересно. Ну и следующая игра называется Shinda Life. Это игра, посвященная легендарному аниме Наруто. Собственно, Shinda это очень интересная игра, в которой нам нужно прокачивать своего персонажа, проходить очень интересные миссии и убивать боссов, которые здесь называются хвостатыми. Ну и конечно же, как же без него, самая популярная игра в Роблоксе, которая посвящена аниме, это конечно же Blox Fruits. Эта игра посвящена одному из самых популярных аниме, который называется One Piece. В Blox Fruits нам, как и практически любой игре из данного списка, нужно прокачиваться и исследовать новые территории, которые здесь выглядят как острова. В каждой новой территории будут встречаться очень сильные враги, которых мы должны с вами победить. И также здесь есть очень интересные состязания и соревнования, и мы здесь можем прокачать персонажа с помощью фруктов, которым, собственно, и посвящена игра, и все аниме One Piece. На самом деле, конечно, в один ролик всю игру, которая называется Blox Fruits, поместить практически невозможно, но если вдруг вы хотите больше роликов по данной игре, то пишите в комментариях. А на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если вам нравятся ролики про Roblox, то обязательно приходите на стримы, которые проходят здесь ежедневно. Всем удачи и всем пока-пока, ребят!